С января в смертельном страхе новый наш микрорайон, ряд несчитанных злодейств его источник. Что ни день, то новый труп, но до сих пор не пойман он. Ненавистный и колорадный молоточник. По рассказам тех, кто выжил этот зверь, лысу грюмочкаст на животе по шрамам. Он приходит ровно в полдень, звонит в дверь, и на кто-то отвечает телеграмма. А потом наживы жаждают влеком, вместо здрасти бьет вас полбу молотком. Зря смеется участковый, дескать, слух это дурной, дескать, мозг у вас не той проблемой занят. А у подъезда не старушки, смыла слава, как волной, днем и ночью, и за кошек партизанят. Дело было в понедельник, я грустил, друг не зря сказал, ты прост, как герогаз. Взял и фросил в санаторий, отпустил. Как это ж грех, живьем блондинку на Кавказ. Легче зайца петь со сцены обучить, чем жену при любодействе уличить. На фамильном циферблате стрелки съехались в одну. Подозрительный звонок в мою обитель. Я к глазку, кто? Телеграмма. Присмотрелся, ну, все приметы налицо. Я ведь грабитель. Хоть два пуда, я легко сто раз одной. Привык, кстати, но для данного моменту из кладовки вынул ключик разводной. Враг опасен, с ним нельзя без инструменту. От аргументов словесных малый толк, ежели им противовесом молоток. Растерялся молоточник, даже хрюкнуть не успел, лишь зрачки скрестил на лбу в немом вопросе. Перед ним упал листочек, я прочел, я хрюкнула, не бел. Жди четверг, седьмой вагон, поцелуй в фронте. Лесной, больной фуфайки номерной, прозябают среди личности порочных. Но что вдвойне обидно в камере со мной, оказался настоящий молоточник.